В данный момент времени из обычной швабры, которая постоянно отваливается, потому что она отечественного выробника, мы сделаем евро-швабру. Для этого мы закрутим один саморез в нужное место. Вазелин не понадобится, потому что пластик в дерево входит и так хорошо. Внимательно наблюдаем, смотрим, шайбу не ставим, потому что оно и так держится. Теперь вторая сторона медали. И уже можно подметать. Причем не только деньги, а и даже опилки от макаронов. Момент истины. Приготовились. Работа выполнена на 50%. А еще мы сегодня будем варить плов и проводить тестовый вариант. Но это будет отдельно. С помощью самореза с более мелкой резьбой мы можем добиться нужного эффекта. Все гениальное просто. Тестовый вариант. А это вообще-то не швабра, а щетка. Это я повторил. Все, работа выполнена. Осталось ее только закрепить с помощью мусора. Для достижения более правильного эффекта по фен-шуй, кроме швабры, мы еще и закрепим совок. Совок домашний. Работу выполняет специалист высокого уровня, с большим опытом и добрым сердцем. Дырка сделана, саморез закручен. С помощью предоставленной хитрости вы можете помочь своей соседке, и она вас угостит не только кофе, а еще и чем-то другим. Для достижения более качественной работы мы решили... А это моя рука. Для достижения более качественной работы мы решили поставить саморез и с другой стороны, для того, чтобы усилить прочность этого совка. Рядом находится ноутбук, на котором я работаю. Наблюдаемый саморез называется DEX. Дожимаем. Пластик не боится ржавчины.